Приветствую всех, представляю вашему вниманию радиоуправляемую машину Hyperforce в 12 масштабе. Поставляется в небольшой коробке, которая полностью на русском языке, но давайте посмотрим на комплектацию. Внутри сама машина, длина которой составляет 32 сантиметра, а ширина 16. Инструкция на русском языке, пульт управления, отвертка, 6-вольтовый аккумулятор на 700 мАч, USB-зарядка для аккумулятора и емкость для воды. Машина оснащена парогенератором, и чтобы его задействовать, нужно набрать обыкновенную воду, залить ее в специальный резервуар и нажать соответствующую кнопку на пульте. Пар начнет переливаться различными оттенками, благодаря встроенным светодиодам. А для запуска вам необходимо зарядить только аккумулятор от машины с помощью USB-зарядного устройства и поставить две батарейки в пульт управления. Что касается пульта управления, здесь присутствует газ, повороты вправо-влево, генерация пара и демо-режим. Чтобы запустить машину, включаем пульт управления, открываем батарейный отсек, подсоединяем аккумулятор, устанавливаем аккумулятор в батарейный отсек, закрываем крышку и включаем автомобиль. Автомобиль развивает скорость до 15 км в час и имеет эффектный внешний вид. Поэтому на гоночном треке она точно станет центром внимания. А благодаря функции генерации пара вы произведете впечатление не только на зрителей, но и можете дезориентировать своих противников. Все детали автомобиля достаточно прочные и выполнены из ABS-пластика. Hyperforce не только быстрый, но и достаточно маневренный. Генерация пара при полной заправке может работать до 5 минут. Радиоуправляемая машина Hyperforce – это не только эффектный внешний вид, но также звуковые, световые эффекты и генератор пара. А аккумулятор емкостью 700 мАч даст вам время игры до 25 минут.